Пора отпусков и пикников. Сейчас мы вам покажем несколько типов людей, которых ты обязательно встречал на отдыхе. Если узнал кого-то, отмечай в комментариях. Первый тип. Человек, который больше всех знает. Советник Скафнер. Ребята, ну я вон там лучше место знаю. Поехали туда? А мясо кто так маринует? А арбуз надо было с хвостиком брать. Не-не, сейчас бы я в крипту бы не вкладывал, честно. А углей-то больше надо. А вот кроссовки я бы взял. Второй тип. Чрезмерный оптимист. Вау, какая природа! Вау, какой камень! Вау, лаванда! Вау, речка! Вау, что это, ММДэнс? А, не ММДэнс. Третий тип – это твой брезгливый друг. Есть еще один тип – паникер. А волки здесь есть? Аккуратней, шампурами не играйте. А змеи? Блин, аккуратней с мечом! А лиса? А связь только у меня не ловит, а? А, ну я же говорил, мы умрем, вон там волк! А нет, это пакет. Кстати, не мусорьте на природе, убирайте за собой. И последний тип – это прошаренный. А сейчас немножечко рекламы. Я знаю, что вам точно может пригодиться на отдыхе. Мобильный оператор ОЭ Яндекс Плюс – отличная возможность слушать музыку в офигенном качестве, смотреть кино и сериалы без рекламы и пользоваться скидкой на такси. Подключаем услугу на 30 дней бесплатно и оплачиваем с баланса телефона, не парясь, банковскими картами. О, рекламщик, у тебя там шашлык горит! Ух ты, шашлык! Подключайтесь!